Арти-25 представляет. Всем привет, друзья! Все мы уже вдоволь наигрались в гонки на чафиках. Те, кто играет взводом, по-любому уже наиграли себе какую-то тактику для победы. И у всех она разная. Сегодня я хочу поделиться с вами не совсем, конечно, тактикой, а я бы даже назвал это приемом. Скажу сразу, что действует он не всегда. Все, конечно же, зависит от вас и от ваших рук. И для реализации этого приема должны соблюдаться несколько условий. Ну что ж, перейдем к делу. Все действие будет происходить на втором мосту. Ваша задача оказаться там первее соперника. Оказаться надо так, чтобы в запасе было еще не менее 5 секунд. Далее обязательно нужно перепрыгнуть на вражескую сторону. Думаю, все уже приноровились это делать. Один момент. Во время прыжка, то есть во время самого полета, когда танк не касается какой-либо поверхности, надо зажать пробел, чтобы при соприкосновении с поверхностью сразу же остановиться у самого края. А далее встаем вот так. Вы уже, наверное, все догадались, что сейчас произойдет. Просто ловим соперника по его траектории полета и все. Он внизу, и у вас уже численное преимущество. Победа не за горами. Скоро начнется турнир, и я думаю, что некоторым этот прием пригодится. Удачи в гонках, с вами был Арти, до новых встреч!